Костик, ну посмотри, маленький, я себе мороженое покупал. Мороженое такое дорогое, вкусное, все деньги отдал. Ринь, ты маленький, не глянь себе. Хорошо гуляйте. Сейчас упадешь, а? Вероника. Вытянь, шипаню. Это какая слива или что? Тихо. Дети, я здесь. Вероничка. Дырка какая-то. Ты же лопнул? Да. Где? Где? Во! Я сниму, их мне жарко. Ну куда сниму? Доча, ты что? Вот можно и зимой снимать будешь? Так Руслан снял. Ну пускай снимай. Заболеете. Иди сюда, иди. Будем укол давать. Да. Не буду есть. Будешь? Нет. Попробуй это сегодня. Ну на, зеленая такая вся дохлая, на. На, и сало дам кусочек, на. Ну рука болит держать, да, быстрее. Не хочешь, не давай, ну что ты? Сильно надо срастись, не хочешь, не надо. Так ты, ну не хочешь. Подожди, сейчас я сейчас канаш. Я бы играл. Сейчас. Подожди. Все, мы остались. Я буду играть, это и все. А я в папу играть. Нашел измутать. А что это? А это вокруг деревьев растет. Не помню, как называется. Да. А вот вокруг суков. Это вам дерево. Папа, это для головы? Наверное. Для ног тоже. Yeah.
Послухайте. Дочки не надо что-то жалеть. Это мама. Бухает. Сало натопталось. Сало так липко, что есть поджарит. Как? Это моя дочка. Она с ним всем вдвоем. Одна сама смотрит. Моя дочка Вероника. Ей 9 лет. Учится играть. Ищет ноту ля. Нет. А, ноту ми. Что? Сяри спокойно там. Не смотри, папа. Смотри, папа. Мой волос. Мой. Я ей не подарил. Не трогай. Я ей подарил. Все мое. О. Тихо. А ты папу поцелуй. А пусть папу. Ну поцелуй папу. Скорее я сниму. Верочка. Руслан, не пиши, ты там уже надоел. Папа потерял. Сюда, 6 минут. Сядь, а? Минутку, сядь. Ну вот сейчас, папа. Целуй папу. О, моя дочка. Где он там кричить? Где ты там? Что тебе там делать нечего, Руслан? Где? Я его даже не вижу. Ты знаешь, как высоко. А что ты туда полез? А что? О, это высоко. Мне пролез. Ну как, с облегчением? Она хлеб не заправила, черт, я думал, не буду брать, не взяла. А я без хлеба остался. Нет, не так, наверное. Папа, что там нужно? Ну-ка, штучки, которые надо играть. А это не медиатор. Папа, это медиатор. Ой, ты же слыхай, папа. Ой, она там уже. Сало очень вредно, говорят. Но мы едим, все вредно. А водка хорошо, мы не пьем. Скажи, что брали жарить на костре. Жарить брали, но мама немножко сегодня не принесла с собой дров. Вера! Нужно? Ослабло после зимы. Я уже не хочу сидеть. Соленое сало. Иду!
Нам и тут хорошо. Нет! Она не идет, сказала, нет. Да! Ну, пойди, понял. Расстегивай. Задники мнет. Смотри, что она делает, Витя. Видишь? Они сами. Ну так ты ж не наступай на задники. А как мне одевать? Они сами. Ну так надо одевать, надо расстегивать. Диво, что все попортишь. Не кричи. Да. Ну, мою девушку, правда? Один. Ах ты, говно. Папа уже полбулки хлеба съел. Мороженое тебе купляю. Сало, солено. Стоянно, едь. 10-12. 10 по счету, 12 по счету. Сейчас считаем. Сын у меня дочка в математике слабая, и мама слабая в математике. Не может гроши считать, не может 2 миллиона сама, ну, растратить. Полчетвертого. Пошли. Поедешь в Бахушевича? Конечно. С удовольствием.